Выкладываем за прекрасное питание. Меня зовут Лебудин, я из Египта. Там. И у меня лишь комментарий. Если послушать господина Адема Корсет для лечения сколиоза с трехточечной фиксацией, очень даже хорошо помогает. Ведь мы говорим о том, что возможна профилактика сколиоза. И ведь проблема начинается не в мягких тканях, не в неправильного неравномерного роста. Жаль, что профессора Карского здесь нет. Думает о том, что все, что происходит в спине, происходит из головы. Он посещал школу с девочек и считается произведение хип, когда все идет с бедренной части с таза. Если смотреть большую часть детей в школе, я считаю, это вы же говорили о вопросе своем. Я считаю, что нужно как можно раньше детей освободить в школе и мутку. А если мы говорим о сокращении связи, как контрактуры связок, может быть, это позволит более рано диагностировать и более рано использовать корсеты для детей, скажем, 3-5 лет. Есть вообще разница, как они реагируют на корсет 3-5 лет или в 11 лет? Да, мы используем различное, скажем так, давление для маленьких детей, для... Нет, простите, то же самое давление для маленьких детей и для почти подростков. А вы в зависимости от возраста не меняете давление, разве? Нет, давление в любом случае не очень большое, оно не слишком туго. Нет, нет, оно не слишком большое. Мы также задействуем и физиотерапию с тем, чтобы контрактура ткани не происходила. Но давление не создает проблем. Некоторые пациенты говорят, что давление не такое уже сильное, и оно не будет никаким деформациям. Мы оставляем достаточное место для расширения. Я наблюдаю, что тело ребенка внутри корсета может свободно двигаться, достаточно свободно двигаться. И при давлении есть куда расшириться место, достаточно, грудь не сжата, и давление не везде происходит, только в определенных точках применяется давление в корсете. Yes, sir.